час немыслимого отчаяния, задыхаясь от невезения, научись у камней молчанию, научись у земли терпению. Душа сказала, так устала. Сказала сердце, не могу. Надежда ветром прошептала, я не забыла вас, бегу, бегу. Душа сказала, нет сил больше. Сказала сердце, не могу. Но, вера прошептала ночью, я не забыла вас, бегу, бегу. И вера прошептала ночью, не уступай, не отступай, не уступай. Что ж, плачь, душа моя, пока живая. И сердце, не молчи, стучи, идя по самому по краю, от жизни не теряй ключи. Душа очнулась, постараюсь. Сказала сердце, будет так. Вновь оживая, не сдаваясь, мы делаем тот первый шаг. Однажды наставнику ученик сказал, что делать, учитель, когда я упал? Вставай, был короткий и твердый ответ. А если сломаюсь от горя и бед, скажи, что мне делать, когда я опять упаду? Скажу, поднимайся, несмотря на беду. А сколько можно вот так продолжать? Ведь падать так больно и трудно вставать. Наставник ответил, не плачь и не вой, всегда поднимайся, пока ты живой. А тот, кто споткнулся, упал и не стал, тот мертв, тот погиб, тот убит наповал. Ту притчу запомнив, по жизни иду, сквозь слезы смеюсь, но твержу на ходу, упал, поднимайся, упрямо твержу. Хоть кажется, будто шагнул через край, терпи, оказавшись за мрачной чертой. Всегда поднимайся, пока ты живой. Сколько раз враг мне голову гнул до земли, сколько раз заставлял задыхаться в пыли мою веру, надежду, любовь. Пытался сломить, но с тобой соединяла меня только нить. Мог бы ты, не жалея ее, разорвать. Мог бы тело мое ты с землею смешать, но ты ниточку делал канатом стальным. Обнимал и прощал, и я вновь был твоим. Ты незримо свой мир предо мной открывал, и небесным огнем душу вновь зажигал, и сгорали во мне все земные мечты. Я жил только тобою, жил во мне ты. Не опускайте руки никогда. Тьма разгоняется лучами света, и будет заметна повсюду доброта, любовь, коль сердце пламенем любви Христа объято. Для немощных я был как немощных, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы приобрести, по крайней мере, некоторых. Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его. Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду. Так бегите, чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего. Те для получения венца тленного, а мы нетленного. И потому я бегу не так, как наверное. Бьюсь не так, чтобы бить только воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным. Аминь.